Лев, Пятачок, Дарт Вейдер и Щелкунчик – это герои ижевского шоу «Конспиратор». Его идея – основа одного известного телешоу. Под костюмами ростовых кукол – ижевские ведущие, аниматоры, танцоры. Все происходящее и в кадре, и за ним – ответ Эвен-сообщества – режиму самоизоляции. Поначалу было непонятно, потом уже было так очень-очень грустно. И сейчас такой опять непонятный момент, когда же все-таки оно вроде все оттаивает, а мы нет. И поэтому все в предвкушении, когда же немножечко у нас пойдут какие-то шаги к нашей творческой деятельности, потому что люди, особенно артисты, которые не могут жить без выступлений, им мне кажется, тяжелее всех эмоционально сидеть в заперти дома без зрителей. Своего зрителя артисты этим шоу собрали в одной из социальных сетей. Здесь все как на большом экране. Прямой эфир, комментарии ведущего и даже интерактив со зрителем через общение в комментариях. Чтобы реализовать все от и до, организаторам проекта пришлось оборудовать свою видеостудию, провести за монтажным компьютером несколько десятков часов и даже освоить режиссуру онлайн-трансляций. Съемкой видео и монтажом, в принципе, уже был опыт. Какие-то вещи осваивал по ходу, то есть те же прямые трансляции, чтобы это все запустить, чтобы это все работало как надо. То есть это пришлось изучить, узнать. А еще шоу «Конспиратор сегодня» – пример дружбы, открытости и оптимизма, доказательство того, что любые проблемы пережить вместе намного легче. Многие спрашивают, типа, как у вас в индустрии? Это же конкуренты, но мы все друг друга называем друзья с недавнего времени. Поэтому, когда возникает какой-то проект, мы всегда идем на поддержку этого проекта, участвуем. Нам за это ничего не платят, нас угощают чаем, вкусняшками, и мы довольны, счастливы. Поднять себе настроение, посмотреть финал ижевского шоу «Конспиратор» можно будет уже в эту пятницу. Организаторы запланировали его проведение на 15 мая. Наталья Байгозина, Юрий Зелененький, новости. В данный момент находится дома и на самоизоляции.